В Перми, а это значит в рубрике у наших западных соседей, хотя эпитет «западный» себя полностью дискредитировал, от него воняет словами «западло» и «западня», потому, скажем лучше, в рубрике у наших соседей по карте слева, полицейские хлопнули организованную преступную наркогруппировку, состоявшую из десятка членов, которая банчила наркосинтетикой через интерсеть и наркоклады. Не только в родной Перми, но и в Омске. А то есть получается, через наш опорный край державы наркобарыги перескочили, сразу погрузились в Сибирь. Да ну и хорошо, никакой субординации в этом деле нет. Всегда с наркотиками перескакивайте через наши родные пенаты, мы не в обиде. Дабы не быть голословным, будьте любезны. Закадровое интервью с пермским опером-наркоборцом с красивым баритональным дискантом. В ходе работы данная информация подтвердилась. Были установлены участники данной преступной группы, около 10 человек. Также несколько задержанных имели прямую связь со сбытом на территории города Омск. То есть они осуществляли сбыт как на территории города Перми, так и на территории Омской области. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что руководила этой межрегиональной наркошайкой 45-летняя Баба Ягода, которая получала крупные партии наркосинтетики и фасовала их. Ну а клады разбрасывали по Пермскому краю и Омской области более молодые наркобарыги до 25 лет родом. Этакие наркопехотинцы. Все указанные лица задержаны в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъят наркотические средства синтетического происхождения. Общая масса около 1,5 килограмм.